Вот с такого яркого выступления одна из жительниц городского округа начала свое участие в отборочном этапе конкурса красоты и талантов «Юная краса Щелково-2020». На кастинг в молодежный центр «Навигатор» смогли прийти девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Им нужно было выучить наизусть отрывок из любого литературного произведения, подготовить творческий номер и непременно не забыть туфли на каблуках, чтобы продемонстрировать жюри походку. Мы отберем 30 участниц непосредственно самого конкурса, которые пройдут 5 отборочных этапов перед финалом и плюс еще один этап, он обязательный для всех участниц, неважно на каком этапе она выбыла, это создание своего социального проекта. Юным участницам предстоит продемонстрировать свои способности в танцевальном, спортивном, кулинарном и интеллектуальном этапах. А вот секрет, каким будет пятый этап, организаторы конкурса пока не раскрывают. Судьями и наставниками у девушек будут профессиональные хореографы, фотографы, видеооператоры, повара и фитнес-тренеры. У нас конкурс творчества, грации, доброты и только уже в конце красоты. У нас мы не отбираем ни по росту, ни по весу, у нас разные участницы. Сами девушки, решившие попробовать свои силы в данном конкурсе, уверены, главное не победа, а участие и полученные эмоции. По мне, это очень интересный конкурс, который может принести мне бесценный опыт, новые знакомства. Тем более я видела уже, как можно сказать, первую часть этого конкурса в прошлом году. Мои знакомые участвовали, очень нахваливали, и я решила тоже попробовать. По итогам отборочного тура в финал, который состоится 23 апреля, попадут всего 10 самых талантливых, артистичных и обаятельных девушек. Именно им представится возможность побороться за главный приз. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.